помогает реализоваться и сделать двор, в котором ты живешь. Можно же отчислиться. А если вот целевое обучение, то вот это как обязанность. Простая проблема, что там страшно. Кроме всего прочего, предприятие можно завиться и идти некуда. Да это еще такой отдельный, самый плохой вариант, если предприятие разорилось и идти некуда. Вот как родители будут радоваться, я вот как родители.